О чем идет речь? О том, что, конечно, меланома кожи неравномерно представлена в разных странах мира, и разные страны, разные, скажем так, общественные формации, разные устройства в обществе есть, и по-разному люди подходят к тому, как лечить болезнь в своих странах. И на что я хотел обратить внимание? На то, что вот мы в основном ориентируемся на ведущие экономики мира, да, на Соединенные Штаты, на Европейский Союз, на Австралию, которые, значит, дают определенные заключения для своих, значит, медицинских учреждений, для своих граждан, как использовать вот эти вот современные лекарства, современные подходы. Ну, есть и страны типа Южноафриканской Республики, России, которые имеют меньше ресурсов, или, например, Великобритании, где модель тоже здравоохранения довольно особенная, и не все то, что мы узнаем с Конгресса, немедленно внедряется в практику. Ну, здесь представлены те вещи, которые, те рекомендации, те ассоциации, которые чаще всего цитируются и которые вносят наибольший вклад для нас, как для специалистов по той или иной болезни, потому что мы понимаем, что это большая работа была проделана нашими коллегами по анализу эффективности и включению вот в какие-то стандарты лечения. Ну, в общем, на чем строится принцип выработки рекомендаций? Конечно, наука и доказанная эффективность лечения – это то, что пришло за последнюю половину, да, за вторую половину 20 века, evidence-based, да, то есть мы должны сказать, что лекарство вносит вклад в лечение этой болезни, и мы не рекомендуем то, что мы в этом не уверены. Мы понимаем, что не для всех лекарств такие доказательства могут быть получены, и никто не будет проводить исследования с декарбазином, чтобы показать, что он работает лучше, чем плацебо. Это невозможно сейчас. Вот, и поэтому и вначале это было невозможно. И поэтому опыт экспертов назначения, например, паллиативной химиотерапии, он тоже присутствует как один из принципов выработки рекомендаций. Не для всех властей знаний мы можем получить доказательства из исследований, надежные доказательства. Ну и третья часть, которая такая наиболее вариабельная от страны к стране, это социальная справедливость, потому что когда вы вносите что-то в рекомендации, вы должны понимать, что они, в общем-то, должны быть применимы и исполнимы. Нет смысла рекомендовать то, что невозможно достать, да, невозможно исполнить или невозможно сделать. А лекарства, которые на сегодняшний день зарегистрированы в нашей стране, да, для лечения меланомы кожи, или методы, которые, скажем так, зарегистрированы, и некоторые, которые не зарегистрированы. Таргетная терапия, иммунотерапия – это то, что, в общем-то, мы говорим сейчас про метастатическую болезнь, да, то, что, в общем-то, обсуждается как первая линия, как способ лечения. Можно спорить, что вначале, что потом при прогрессировании, но смысл в том, чтобы доступ к этим лекарствам был наилучший. Я хочу напомнить также еще и про опцию с клиническими исследованиями, и это тоже надо понимать, потому что в нашей стране с отсутствием доступа к эффективным лекарствам частенько именно новые вот, программы, новые клинические исследования являются тем способом получения квалифицированной и хорошей медицинской помощи для пациентов, которые не могут получить стандартное эффективное лечение. Мы обсуждали про факторы прогноза, мы обсуждали, значит, про болезнь, про пациентов, как выбирать. Это все понятно, и важно, что современные лекарства во всех прогностических группах в той или иной степени улучшают лечение болезни. Течение болезни, прошу прощения. Мы понимаем, что химиотерапия для метастатической болезни наименее эффективна, но и она не является нулевым множителем, то есть она не делает лечение абсолютно неэффективным. Это тоже надо понимать, что есть пациенты, которые получают пользу, ответы объективные на фоне химиотерапии. Их меньшинство, но это как вот бейзлайн, да, такой, который был исторический и который, к сожалению, за нами все еще тянется. Вот. И современные лекарства, комбинация лекарств, они дают прибавку к здоровой выживаемости. Таргетная терапия, иммунотерапия – это вопросов нет. Значит, факторы прогноза, длительность ответов на лечение – замечательные вещи. Я, собственно говоря, к чему прихожу? Потому что мы сейчас в рекомендациях должны будем обсуждать умозрительные достаточно вещи. Мы напишем с вами: с больным с хорошим прогнозом начинайте с иммуноонкологии.
Или больным с плохим прогнозом начинайте с комбинации ИБРАФ и МЕК. Но в реальности в России получается не так. Получается, как бы мы не хотели принести эффективное лечение в самое начало, то большая часть пациентов будет получать химиотерапию, потом снова химиотерапию, потом опять химиотерапию. Иногда он получит, я подчеркиваю, монотерапию, не комбинацию ингибитора БРАФ. И, может быть, он получит антипедиадин тогда, когда это лекарство не будет работать. Поэтому, в общем-то, задача, она не рекомендация, а задача организационная, сделать таким образом, чтобы вот эффективное лечение, оно перешло в начало, оно не откладывалось на самый последний срок. Но это не медицинская задача, а задача организации здравоохранения. Значит, наши американские партнеры рекомендуют, значит, для пациентов с метастатической болезнью начинать либо с того, либо с другого. И если болезни много, она быстро прогрессирует, вам важен ответ, вы начинаете с ингибитора БРАФ, то, что мы обсуждали. Если болезни мало, то с антипедиадин, и потом переходить на что-то, значит, чего пациент раньше не получал. В том числе остается место лекарственным химиотерапевтическим препаратам. Наши коллеги из ЭСМО, в принципе, рекомендуют также, но подчеркивают, что, в общем-то, надо не забывать и про хирургическую историю, что если есть какие-то шансы для локального лечения, там, стереотоксической радиохирургии на единичной очаге или изолированной перфузии, это, об этом тоже следует помнить. Значит, по поводу... Ну, эти все рекомендации не касаются вопросов доступности лекарственных препаратов. Подразумевается, что все есть. И не волнует совершенно составителей, как и нас, по идее, не должно волновать, что чего-то может не быть. Наши британские партнеры, конечно, более ответственно подходят, наверное, к этой истории и привлекают в том числе организаторов здравоохранения и публикуют, в общем-то, понятные для населения вещи, что мы, например, не собираемся, значит, назначать лекарственные препараты в том случае, хотя они имеют регистрацию. Значит, если там, компания-производитель или если, значит, провайдер вот этого лекарства не будет делать дискаунт и не будет, собственно говоря, обеспечивать облегченный доступ к этому лекарству. Речь идет про иммуно-онкологический препарат, например, эпилемаб, которому вы искали место сейчас, да, Елена Юрьевна. Вот, например, если вы вернетесь к американским рекомендациям, то комбинация будет написано, значит, и без оговорок. А если вернетесь к нашим таким более социалистически настроенным британским товарищам, они говорят, хорошо, мы им дадим то, что работает лучше, но второй препарат будет в том случае, если будет какая-то существенная скидка. Значит, интересная история с... Здесь нет этого слайда. Интересная история с таргетной терапией с комбинацией Роша, вембраферим с кобиметинибом. Значит, она не зарегистрирована для вот возмещения по той причине, что ни при каких обстоятельствах не получается так, что даже если кобиметинип выдает бесплатно РОЖ, порог готовности платить не будет, будет всегда превышен, и таким образом нет ни одного сценария, при котором эта комбинация могла бы быть оправдана вот при той модели, которая есть. То есть это будет дорого для Великобритании. Установлено некое число, порог готовности платить, в этом году это, по-моему, 110 тысяч фунтов за год продленной жизни айсерперколя, да, и мы понимаем, что вот, да, таким образом решение об отказе в лечении принимает не врачебная комиссия, потому что врачи говорят, что вам это нужно, не врач, который говорит, что это не работает, вы поедите вот декарбазин вам нужен. Вот. Это принимает регулирующий орган, который говорит, мы не можем просто себе этого позволить. Значит, рекомендации, которые вот Новая Зеландия, Британия, они сейчас в разработке, они медленно обновляются, они в целом обновляются рекомендации, самое быстрее всего обновляется рекомендация NCCN. Значит, ЭСМОвская рекомендация, они до сих пор 2016 года или даже 2015 года. Значит, новозеландские вообще сейчас в процессе написания. Да, но то, что касается наших рекомендаций, которые мы делали, значит, для нашей страны, то они в значительной степени сделаны по форме, которую нам предлагал уже регулирующий орган, и они, в общем-то, включают в себя простые вещи, что пациентов с мутациями в гене БРАФ мы должны предполагать обе опции лечения, не конкретизируя группу прогноза. Здесь нет этого, и здесь нет этого умышленно, потому что данные по группам прогноза меняются чрезвычайно быстро. Вот. Здесь написано общие вещи, что если вы видите пользу от назначения БРАФ и МЕК-ингибитора, то вы должны использовать их. Если нет, то антипедиадин-терапию.
Значит, мы подчеркиваем особенно, и это оказывается актуальным для регионов, что если вы не знаете статуса по гену BRAF, то вам не нужно назначать ингибитор BRAF или MEK. Мы подчеркиваем, что если есть прогрессирование заболевания и при этом сохраняется достаточно удовлетворительное общее состояние пациента, то есть целесообразность переключения на другое лечение блокатора PD-1 рецепторов. Если есть прогрессирование болезни на фоне монотерапии, и, к сожалению, большая часть пациентов в нашей стране, если мы говорим про ингибиторы BRAF, получает монотерапию ингибиторов BRAF, комбинацию получает меньшая часть. Но мы не рекомендуем добавлять ингибитор MEK к ингибитору BRAF при прогрессировании, потому как вероятность получить лечение остается низкой. Это не потому мы делаем так, чтобы лишить людей лечения, для того, чтобы комбинация назначалась в первую линию, потому как это лучше дает прибавку к времени на прогрессирование и общей выживаемости, чем последовательное назначение. Значит, если у вас нет возможности начинать терапию современными лекарствами, то тут, возможно, остается место и для химиотерапии. Для пациентов с ингибиторами с мутацией в гене KIT это off-label, и мы сознательно пошли на то, что мы в рекомендациях можем написать не зарегистрированные в России показания, потому что мы не можем регистрировать показания сами, что ингибитор CKIT может быть и предложен для лечения таких пациентов. Ну, собственно говоря, это данные, которые были на август 2017 года по розничной стоимости, значит, 3 месяцев терапии. Ну, почему 3? Потому что так удобнее сравнивать для оценки эффекта, да, комбинации ингибиторов BRAF, значит, и иммуноонкологических препаратов. Это большая нагрузка, конечно, для, значит, бюджета, я понимаю, но все-таки у нас никто не устанавливает порог готовности платить за год продленной жизни. И если мы вот эту часть опускаем, да, то, что касается стоимости, то мы, как и развитые экономики, говорим, что есть эффективное лечение, и мы готовы его давать всем, кому это нужно. А если мы не развитые экономики, или мы, скажем так, думаем о том, как эти рекомендации должны быть исполнимы, то эта часть, она тоже должна быть каким-то образом учтена. И вот, собственно говоря, основная идея того, чтобы наши рекомендации, которые мы делаем, они каким-то образом были исполнялись хотя бы на 95%. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо, Игорь Вячеславович. Какие вопросы в аудитории? Всем все понятно, да?